акцию. Можно начинать? Кто, если не мы? Более 150 человек, экоактивисты, волонтеры, аквалангисты, общественные деятели и просто неравнодушные к проблемам экологии граждане собрались в Звенигороде на пляже «Связист», чтобы сделать береговую линию чище. Мероприятие называется «Чистая река, сделай это просто». Действительно, очень просто взять и убрать его. Посмотрите, за час сколько вынесли мусора. Акция, она о том, что каждый человек, будь то школьник, волонтер, серебряный волонтер, объединяются и со всех сторон убирают реку. Рука практически прямая, вот эта нижняя. Делайте такое движение, и здесь выход лопатки из воды. Выход лопатки из воды примерно на уровне бедра. За дело взялись дружно. Опытные эко-волонтеры подсказывали добровольцам, как управлять каяком и безопасно и эффективно собирать мусор в труднодоступных местах реки. Наша задача сейчас привлечь внимание, прежде всего, к тому, что ощутить немножко эту проблему, как это все происходит. И самое главное, чтобы когда они были уже на отдыхе, они задумывались о том, что за собой надо все-таки убирать. Экологические субботники станут регулярными в Подмосковье. При этом специалисты обязательно исследуют качество воды. Вместе с нами всегда приезжает лаборатория. Лаборатория – это университет Дубна. Они берут анализы, пробы воды берут. Они взяли сегодня пробы сток еще, чтобы посмотреть, а что же сливают в эту воду. В данный момент у нас значение 369,1 микросименс на сантиметр в кубе. И это значение, в принципе, нормальное для таких водоемов, нормальное для рек Московской области. Все участники акции в этот день убедились на собственном опыте, что чистая река – это просто. Всего за один день удалось собрать свыше тонны мусора. Дело за малым – беречь и сохранять окружающую нас природу. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».